Генеральный директор МАГАТЭ в воскресенье посетит Тегеран и встретится с президентом страны и главой Организации по атомной энергии Ирана. Стороны обсудят то, как будет проводиться мониторинг исполнения Ираном своих обязательств в рамках заключенного в июле и вступившего в силу накануне совместного всеобъемлющего плана действий. «Иран добился главного, а детали не важны», — говорит этот житель столицы. «Мы хотели создать ядерную программу, нам это удалось. Мы хотели добиться снятия санкций, и это тоже произошло». А если завтра США решат снова ввести санкции, сможет ли Иран, в свою очередь, восстановить ядерную программу? Не думаю. Нашей стране пришлось разобрать центрифуги. А сколько понадобится лет, чтобы вернуть их? После доклада главы МАГАТЭ об исполнении Ираном требований международного сообщества, США заявили о частичном снятии санкций с Тегерана. С их отменой, отмечают эксперты, Иран получает доступ к 32 миллиардам долларов своих зарубежных активов. «Я думаю, это правильный шаг», — говорит этот турист из Атланты, учитывая, что Иран выполнил все требования США и остальных. «Чтобы верить Ирану, надо быть дураком. Обама думает, что этот договор станет его заслугой, но все получится наоборот. Нельзя договариваться с Тегераном, особенно когда мы ослаблены. Мы должны диктовать с позиции силы. Так что все это приведет только к катастрофе», — считает этот житель Нью-Йорка. Решение о снятии санкций подверг жесткой критике спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан. По его мнению, Тегеран воспользуется размораживанием своих средств на иностранных счетах для, цитата, «финансирования терроризма во всем мире».